Так, добрый вечер, дорогие видеоровцы. Буквально минуточку, я вам сейчас кое-что расскажу, и будете даже смотреть кино. Расскажу каждый день. Понятно! Мячик попал в лук. Хорошо, что не в голову. Его надо подолбить. Я хочу подолбить. Пугачёва Людмила Борисовна. Мы сразу поняли, что это сестра Аллы Борисовны Пугачёвой. Вообще-то у неё правда есть сестра, и она преподает. Правда, они очень сильно похожи. Мы сначала подумали, что это настоящая Алла Пугачёва. Как же не сфоткать? Настроение в мажоре, солнце светит нам ярко, снова мы в метеоре. Ваше имя? Дети Олимпа! Ваш девиз? Мы дети Олимпа, и вот наш девиз: лети только в гору, не падая вниз. Отдыхаем с друзьями, веселимся, играем, помогаем друг другу. Метеор — лучший лагерь, мы тебя не забудем. В метеоре нету моря, но зато есть лес и поле. В метеоре нету гор. А где же 2004? Какого возраста?
Вот такие автобусы приезжают за Москвой, но не за нами. За нами газель. Посмотрите, они даже блестят. Еще и машины ДПС поедут. Еще скорая поедет. Еще скорая поедет. Я газель поедет. Да не важно. За нами приедет газель. Get in the-